Одним словом, жил-добыл тегеней балдар. Шундай грустный да задумчивый. Элле баяғы старуха замучила, бетле житья от нее нет. И меня житья нет, только мне от голода брюхо пустое ноет, не знаю, что и делать. Короля, а давай мин тебя съем. И хин от старухи удинг-динг спрячешься, и меня улай голодно не будет. Эй, айда! Быстро бежали, что Килип Карделар в другую сказку. Надел швабрт на выбор. Эй, а чего, тебе так лучше? Ничего у нас с тобой не выходит. Короле, айда, а старуха твой оскушаем. И хиня хороша, и мне. Ой! Давай! Thank you.
Вытащи! Вытащи ее из меня! Вытащи! Ничего без них не получается. Что ни делаем, пернемеля, все никак. Придется барарга к волшебнику. Да только ул нам поможет. Пернемеля, не говорите, я знаю, что вам нужно. Вот легко стать страшными, что вас все боялись. Знаю, Блем, вы хотите стать умными и разумными. Молчите, Хетлейген, стать самыми красивыми. Ай, Хедлейген, не знаете, что хотите? Я не знаю, как меня оно с моей женой ведь совсем мне от него покоя не дадут. А у него, а у меня живот болит, ноет меня сильно. Ну, это просто ты гони, проглоти большой валун, и проблемы с брюхом у тебя не будет. А у твоей жены ледяное сердце. Запри ее в доме. Подожди, льдинка, и оставь. Какой он мудрый! Ну, теперь заживем по-новому! Ты чего? Эле, оно бояга брюхо ноет! Айде, оно валунда закатим, а! Шунда бір әлін сан самалық қолдырып осып қона әріқтен бар тұлмас мекен, а? Ну как? Хорошо тебе? Райходца там утонул. We'll be right back.
Thank you.